Ну и, соответственно, вершиной будет работа силовых двоек в перемещениях. Рассмотрим некоторые варианты, потому что здесь каждый может находить свое. Если стоя на месте у нас достаточно большое количество вариантов, то при перемещениях здесь их так будет несколько меньше. Но это не значит, что их не надо отрабатывать. Главное – работа на осях. Например, вперед с подтягиванием ноги, вперед с шагом в сторону, вперед с шагом. Здесь есть интересный момент. Обратим следующий момент. Сейчас больше будет акцент показан на ноги. Руками наносится любой из вариантов. Прямые, боковые – это не суть. Главное, как отрабатывают ноги. Входим ногой между и на втором зале можем подтянуть. Входим к ноге, вторым ударом силовым становимся сюда. За ногу зашагиваем. Однако, если мы шагнем сюда, на первом движении мы сможем нанести удар. На втором движении удара не будет. Да, мы сместимся далеко в сторону, но не сможем нанести силовый удар. Это стоит учить. Хотя, если чуть за середину, шагнуть ближе к ноге. Раз, два. Здесь можно будет нанести силовую двойку. Еще варианты комбинации. На скрытом шаге, на выпаде. На скрытом шаге разрыв дистанции, выпад. Там. И тому подобное. То есть мы ищем переход с одной оси на другую ось, при этом сохраняем вложение таза и вложение плеч. Поиграйтесь, поищите. Ключевым остается целостность движения. То есть у нас нет разрыва, мы можем, и нет заламывания. То есть если вы шагнули и потом начинаете бить так, скорее всего вы повредите себе поясницу. Четкое вертикальное сохранение корпуса и можно вкладываться. Проверяем это. На воздухе по лапам, ну и, соответственно, более жесткая постановка на цели. После чего переходим и стараемся отработать хотя бы какие-то варианты силовых двоек в относительно свободной работе спортивного. Пробуйте.